Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Паранормальное явление 2». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Астрал» 2010 года. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их 10-летний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. «Последнее изгнание дьявола» 2010 года. Преподобный Маркус Коттон много лет занимался изгнанием дьявола из бесноватых. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спецэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем документальный фильм. Его вере придется пройти суровое испытание, когда он столкнется лицом к лицу с самим дьяволом. «Искатели могил» 2010 года. Участники телевизионного шоу «Охотников за привидениями» «Искатели» во главе с Лэнсом Престоном соглашаются провести ночь в психиатрической больнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы, искатели быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками придется всерьез, а не понарошку, так что дожить до утра у них нет никаких шансов. «Четвертый вид» 2009 года. На территории Аляски происходит необъяснимое исчезновение людей. Несмотря на все усилия ФБР, расследования зашли в тупик, и тайна по-прежнему не раскрыта. Психиатр Эбигейл Тайлер начинает записывать на видео беседы со своими пациентами и обнаруживает нечто очень страшное и пугающее. «Монстро» 2008 года. Прощальную вечеринку уезжающего в Японию Роба прерывает громогласный рык. Нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушение и пожирая людей. Армия бессильна против гигантского монстра. Манхэттен объявлен закрытой зоной. Но где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка Роба. «Карантин» 2008 года. Телерепортер и ее оператор делают репортаж о ночной смене Лос-Анджелесского пожарного управления. Рутинный вызов в охваченное огнем здание приводит их к оцепленному полицией дому, из стен которого доносятся страшные крики. Оказывается, что живущая здесь женщина заразилась неизвестным вирусом. И когда власти объявляют карантин, изолируя всех, кто оказался в помещении, внутри здания, единственным свидетельством произошедшего остается злополучный репортаж. Репортаж 2007 года. Все журналисты жаждут сенсаций, но начинающий телерепортер Анхела Видаль из «Хроники происшествий» жаждет особенно страстно. С завидным упорством она ищет уникальный материал, а потому выезжает с командой спасателей на место жуткого происшествия в большом жилом доме. Прибыв туда, Анхела, азартно занятая работой, не сразу понимает, откуда именно она ведет свой репортаж. Осознание жуткой реальности приходит слишком поздно. Жители дома, пораженные страшным вирусом, один за другим превращаются в зомби. Чтобы зараза не вырвалась на улицы города, власти заблокировали дом, выхода нет, но телекамера будет работать до конца. «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» 1999 года. В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма. Год спустя отснятый ими материал был найден. Они приехали в лес на Черных холмах в штате Мэриленд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде – «Ведьме из Блэр», мучившей и убивавшей всех, кто забредал во ее владение. В предании говорится о вековом проклятии, ритуальных убийствах детей, зловещих артефактах и сверхъестественных явлениях. Но не успели студенты, вооруженные 16-мм камерой, углубиться в лес, как безнадежно заблудились. Вокруг них сгущается невидимое зло.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!